Всем привет! Меня зовут Марина. Я являюсь лауреатом международных конкурсов. Окончила Саратовскую консерваторию имени Собинова по классу фортепиано. Работала в России музыкальным руководителем с такой возрастной категорией, как с 3 до 7 лет. Также работала в музыкальных школах и в музыкальных колледжах. В Китае я работала в университете, в колледже и также в музыкальных школах. Сама не раз являлась председателем жюри на международных конкурсах. Увлекаюсь английским языком и имею сертификаты о прохождении. Занималась у таких специалистов, как Кузьмина, Хохлов, Филиппова. Также занимаюсь профессионально вокалом. Ну и учу китайский язык, куда без него в Китае. Я вас всех жду в группу Муза. Будем постигать основы музыкального образования вместе.